Merhabalar takipçilerim, nasılsınız, iyi misiniz? Ben iyiyim, my dear, hello. Здравствуйте, мои дорогие. Ой, хотите, покажу вам мои цветочки? Что? Это что-то новое. В общем, это надо пересадить. Здесь я уже посадила. Помните, я говорила, портится, все-таки оно испортилось, все, померло. Это я новые посадила. Вот, будем ждать. Это у меня вот расцвело, эти еще нет. Это тоже ромашка, что-то там. Вот это вот было очень много белых цветочков, осталось тоже маловато. Ну, в общем, они на стадии огорчения Маши, я вам так скажу. Огорчают, огорчают. Вот, так, пчелорам бунлар бенимки у ены чечеем. Буны да енеден бурая койдум. Бунлар яваш-яваш бели очилуют. Сегодня такая погода, вы знаете? Вот смотрите, солнышко светит. Утром было, если честно, неважно. А сейчас солнце светит. Странно, как будет интересно завтра, да? Завтра я вот думаю... Завтра мне надо пойти в салон красоты вообще-то. Вот. А по возврату... У меня опять карго. Карго мела. 5,5 килограмм вроде бы мела. Вот. Завтра у нас может быть... Ну, завтра нет. Послезавтра будет распаковочка. А может и завтра. Посмотрим. В общем, Маша варит кушать. Емеки отберем. Эр заманки гиби. Biraz bir şeylerini çekelim beraber. Çünkü öyle lazım iş. Мои дорогие, в общем, Маша кушать варит. Маша только умеет кушать, варить и мел кушать, честно. Больше ничего не умеет, наверное. Аппетит-то будь здоров. Ой, в общем, делаю шурпень. Самый обычный, стандартный шурпень. Положила мясо. Мясо как будто бы на, знаете, в семье 5 человек. Вот. Так положила. Это я сделала на... Если я сейчас скажу на 2 дня, будете смеяться. В общем, 4 куска больших мяса. Ну и что? Ну, надо что-нибудь закинуть. Туда уже пора закидывать. Что это такое? Вот. Морковку. Хауч. Даже не видно, как Маша режет. Вот, порежу морковочку. Девчонки, скажу вам, вот я же маленько простыла, вы знаете, одела безрукавку такую, знаете. Это как уже бабушкин вариант, на безрукавочки переходим. Да, печально, конечно. Одела безрукавку, вот почему я вам сейчас скажу. От того, что я простыла, кашель у меня небольшой. И у меня мерзнет спина. Вы представляете? Вот у меня такого не было. Ну как может мерзнуть спина? Просто спина. Верхняя часть, лопатки вот где. Вот прям как будто туда лед положили. Это что такое вообще? Не знаю. Что-то аномальное. Может, Маша с другой планеты? Ах. Вот. Так, пчелорам ущерым верим. Еле кидем. Я шландок яны. Вот. В общем, морковку положила. Морковку не люблю, когда сильно она разваривается. Люблю, чтобы вместе с картошечкой уже так... Она была такая, знаете, вот ты ее когда жуешь, так раз чувствуешь. Да? Картошка какая-то прям, я не знаю, акне на ней. А вот. Ну и картошку положу сразу. Не хочу даже потом заморачиваться это дело все. Пусть это все варится, ничего страшного. Пататес койру. Эпсина берабер. Вала. Айра айра койду менжелерде. Ай бюген эле олур. Ич халим йок чунки. Аякта дурмакта халим йок. Вот. В общем, положу это все на 2 дня.
Ну, это так мягко сказано, конечно. Я буду есть, наверное, дня 3-4, если не 5. Я сделала шурпень, знаете почему? Только потому, что я себя неважно чувствую. Вот честно. Ой. Не знаю, мне вот, когда я себя чувствую так, мне всегда хочется вот шурпу. Честно, девчонки. Не знаю почему. Вот это вот сама водичка, вот это, да, вот это все меня так, это прям, ну, хочется очень. Картошки. Картошку вареную не любит Маша, знаете, да? Да. Ложит-то сколько. Не, ну вы же знаете, ко мне может кто-то прийти. Вот это всякое начинается же. Маша одна практически не ест. Домой всегда кто-то приходит. Ну и нарежем перчик. Ну, перчик я нарежу сейчас, положу потом. Вот знаете, чего у меня нет? Зелени. Вот честно, уже сколько дней не могу купить зелень. А в воскресенье я собралась в Улус. Иншаллах, дойду. В Улус, там буду покупать конфетки. Сладости. А вот. Худеет же Маша, не знаете, да? Знаете, да? Вот. Так, теорем, Улуса гидеем. Пазар гюне. Хаплы бишейлан алмая. Хэм да аблам да истеди. Улуса гидеем, деди. И тамам, дедим. В общем, пойдем в Улус. И с сестрой пойдем. Я туда одна не пойду, конечно. Пойдем с сестрой. Пусть варится это чудо. Вот, с сестрой пойдем. Возьмем сладости. Там, знаете, свежие просто сладости. Пишмане вот там продается. Если они разрешат, я сниму видосик, вам покажу. Не помню, я снимала видео такое, нет? Я сниму видосик. Там цены такие, знаете, приемлемые, нормальные. И хочу, если честно сказать, купить и отправить маме. Вот. Сладости куплю прям коробками и отправлю. Еще тем более скоро там Байрам начнется, эти все дела. Но здесь же так не отмечают, вы знаете, наверное, многие. Здесь девчонки не отмечают праздник так, как у нас. Но тоже отмечают. Ну, по-другому. Вот у нас, например, стол накрываем, прям поляна, знаете, полная, практически полная. Вот. И оно у нас 3 дня стоит. Сладости, вот эти сухофрукты разные, печеные. Ну как, то есть вечером мы это все убираем. Вот так, в пакеты, в холодильник, короче, то, что надо убирать, все это убираем в холодильник. А то, что, ну, такое уже может там остаться, это тоже в пакеты заворачиваем, но оно остается на столе. Вот. И вот так оно у нас 3 дня. Иногда бывает 4 дня, девчонки. Вот честно, 4 дня иногда бывает. Почему? Я вам скажу. У нас вообще 3 дня, по нашим законам, ходят в гости только мужчины. Вот, когда у нас Байрам, после Рамазана же у нас 3 дня Байрам, Рамазан Байрам, и потом еще Курбан Байрам есть. Вот, там тоже такая же система, только в Курбан Байрам еще добавочно мы ставим на стол мясо в приличных количествах. Вот, ну, мы у мамы, например, ставим вот такие большие эти тарелки есть, и вот туда полные ставим, 2 вот такие вот ставим. Кто как? Мне кажется, все так ставят практически. Если стол позволяет, 2 ставят. Если стол длинный, то 3, там где-то 1, целую такую гору. В общем, по-разному. И вот, и... Ну, что ты так кипишь прям? Раскипелась. Ой, начинает выливаться. Ну, зачем ты так делаешь? Любит? Этими делами, чтобы я занималась. Вот как ляльки нету, зато вот подтираем постоянно что-то там. И этот, конечно,
конечно, все равно потом будем вытирать, но сейчас прям раздражает. И потом бывает, звонят родственники, женщины, например. И женщины иногда приходят у нас на третий день, иногда приходят на четвертый день. Ну, то есть звонят там, собирается толпа, и они приходят. Сидят, правда, они, вот мужчины, они очень такие, знаете, молодцы, так могу сказать, потому что мужчины недолго сидят, чай попьют, все, что на столе есть, покушают, уходят. А близкие, например, близкие дядя там, да, ну, мамин там, братья, братишки, вот такие близкие уже, папины, родные, если, то они могут остаться покушать. То есть мы что-то кушать варим еще, помимо этого, и угощаем их. А женщины приходят только покушать. Ну, так нормально покушать, вы понимаете, да? Вот этот накрытый весь стол, и плюс сварить, если одно блюдо, это мало у нас. Ну, это как-то, ну, не очень приличненько, да? У нас варится два блюда, как минимум. Как минимум три салата, плюс обязательно самсы с мясом, курица обязательно должна быть. Вот это вот, как это называется, гриль, я уже забыла. В общем, поляна накрывается шикарная. Вот. И потом приходят женщины, мы им варим первое блюдо жидкое, второе погуще. И вот так они у нас сидят, так проходят у нас праздники. И, в общем, я хочу на вот хотя бы первый праздник, да, я понимаю, что это будет там когда. Ну, вторым рейсом, например, каждый месяц, в конце месяца, да, я думаю вообще отправить посылку, но в конце месяца, потому что мне так удобно. Вот, ну вы меня поняли. А на следующий месяц, в конце месяца, походу, я уже не успею на этот, на праздник отправить, и в каргу может быть задержка быть, потому что у меня в прошлом году так было, вы знаете, я отправила маме целую коробку, такую приличную сладость, и все набрала, она получила после праздника, представляете? А. И думаю, лучше отправлю пораньше, все равно на улице прохладно, да? Коробка может на балконе лежать, тем более шоколады вот эти вот, ну как, такие вот, побольше, которые не обычные шоколадки, а вот эти вот в пачках всякие там, типа сникерсов там или еще чего-то, в общем, такое. И вот, думаю, отправлю, и хочу пойти в Улус, и там немножко сладости тоже взять, пешмани, вот это все. Потому что там оно свежее, и цена приемлемая. Ну, в первую очередь, свежее. Вот это самое главное. Вот. Как-то так, мои дорогие. Так, пчелырым. Улусы гидеджамия, раз орта пешмани фаланлана аладжам, аннеми гендермек истерум. Çünkü Ramazan bayram sonra başlayacak. Hem de bizim, mesela ben şimdi göndersem hemen oraya yetişmeyecek. Yol var, sonra bazen hemen gitmeyebilir. Yani zaman 2-3 hafta kalabilir yani. O yüzden biraz erken göndereyim diyorum. Yani bizde biraz farklı bayram kutluyoruz. Farklı masa, yani masamız dolu olmalı. Yemek, kuru yemiş, şekerle, pastala, öyle oluyor. Meyveyle, hepsi dolu, masayı dolduruyoruz. Böyle tabaklarda güzel güzel koyuyoruz. 3 gün böyle, yani bizde misafir geliyor. 3 gün durmadan. Onu bitince dolduruyorsun tekrar. Bitince dolduruyorsun tekrar, böyle yani. O yüzden çok, yani masraf demeyeyim de, ama yani burada mesela farklı, buradaki valla gayet iyi ya. Bir şey alacaksın, baklava, çay veriyorsun, yani böyle oluyor. Bizde orada biraz farklı yani o konuda. O yüzden Ulus'a gitmek istiyorum. Orada tatlı bir şeylere bakayım, alayım. Bir kutu yapacağım. Anneme gönderecek istiyorum. Göndermek istiyorum. Çünkü anne, yani biliyorsunuz. Anneler
biraz yardım etmese olmuyor. Annem orada kardeşimle yaşıyor tek yani. Hem de bir eli kırıldı. O eli hiç iyileşmiyor. Kırılınca yani doktora gittik, her şeyi yaptık ama anneme söylüyor ki ağrı bir şey götürme diye. Annem dayanamıyor çünkü kız kardeşim de rahatsız. Yani iki eli çalışıyor da çünkü yemek yapmak lazım. Öyle şöyle dükkana gidiyorsun, bir şey getiriyorsun. O konuda tekrar çıkıyor eli. Kırılan, kırılmış biraz o yeri iyileşiyor gibi ama çıkıyor eli. Buradan kolu çıkıyor. O yüzden biraz olsa da bir yardım o konuda böyle bir vereyim diyorum. Ama o taraflara gidince bir şeyler alıyorum yani. Un, pirinç, böyle bir şeyler, makarna, et falan hepsini alıyorum. Gidince annemininki de pek ihtiyacı yok ama kendim istiyorum öyle. Böyle işte yaşıyoruz. Hepsi gibi. O yüzden Ulus'a gideceğim. Ulus'a gideceğim ablamla. Belki video çekeceğim. Bakacağız. İzin verseler nerede ne alacağım. İzin verseler çekeceğim video. Göstereceğim size neler ne aldım, neler ne anneme göndermek istedim. Düşünüyorum yani. İnşallah her şey iyi olacak. Şimdi haşlama yapıyorum. Çünkü biraz şey ya, üşütmüşüm kendimi. Hem de üşüyorum biliyor musunuz? Her zaman üşüyorum. Nurofen içtim şimdi. Şunu içtim. Her bir 6 saat içiyormuş. İyi geldi yani. Dün de içtim. Sabah içtim. Bir saat önce de içtim. Yani İnşallah iyileşeceğim. Çünkü yarın salona gitmem lazım. Orada da bir işlerim var. Bakım yaptırıyoruz. Yani kendimizi de unutmuyoruz. Böyle canlarım. Ну вот, мои дорогие, Машин шорпень готов. Сейчас я вам покажу, что у меня там творится. Вот такой шорпень. Зелени у Маши нету. В общем, такой жирный. Так, пчелы, хашлама хазыр. Пиште, шимде. Мелеханым бирас еджек та. Чунки кюсмесин бунлар бана. В общем, пойду сейчас немножко поем. Вот этот бульончик люблю, девчонки. Вот честно, знаете, прям, вот когда приболею, вот прям так хочу этот бульон. У меня такое желание всегда. Не знаю. Вот сейчас, дай Аллах, поем его. Я туда маленечко маш закинула для вкуса. Очень мало. Вот. Ну вот, как-то так. Ну давайте, дорогие, увидимся на меловом. Приятного аппетита, Маша. Так и пчелорам. Мелеханама афетус. Мераба. Здравствуйте. Hello. Краматорский and blue узбек. Краматорский from Украина. Девочки, Краматорский у нас украинский мелок. С узбечкой покушаем. Прям вот руками. Грязное видео. Кто не любит грязное видео, девочки, не смотрите, пожалуйста. Кто любит, пожалуйста, смотрите. Буду вам благодарна. Так и пчеларым. Белый джаз. Фарклы. Bir takip şem yazdı benim. Temiz değil diye. Bu kanal zaten temiz değil. Çünkü burada kil. Kil bir temiz bir şey değil. Galiba anlamadı da. Yanlış girdi kanalıma. O da olabilir. O yüzden öyle takipçilerim. Bu söz için değil. Burada böyle. Böyle sevenler için. Toprak koku. Ay, как вкусно.
побелка. Badana koku. Kek bilen tebeşir çok güzel oluyor. Супер.
хочу поесть немножко прям. Куркиса. Блаженство. Очень вкусно. Залепила. Bye-bye. Thank you. Подписывайтесь, ставьте лайки. Спасибо вам большое. Teşekkür ederim. Hoşça kalın.